Дайте картинку на первую камеру. Так, хорошо. Вторая камера готова? Готова. Полный свет. Микрофон поближе. Хорошо, спасибо. Внимание, выходим в эфир. Вы готовы? Готовы. Следующую страничку нашего телевизионного журнала мы назвали «Таинственная стена». У нас в гостях находится группа ученых, которых мы пригласили сюда специально для того, чтобы они рассказали вам об этом необыкновенном явлении. Прошу вас, пожалуйста. Я думаю, мы послушаем Андрея Ираклевича Эрделя. Он назначен руководителем экспедиции по изучению стены и скоро вылетит, так сказать, на место происшествия. Андрей Ираклевич, я слышала, в районе стены уже работает экспедиция. Да, там происходила предварительная разведка. Если не ошибаюсь, ее возглавляет профессор Ломов. Да. Андрей Ираклевич, что же такое представляет из себя стена в общих чертах? Стена появилась недавно. Группа геологов случайно оказалась на месте ее появления. Стена возникла, по их словам, из ничего, окружила их кольцом, на двое суток совершенно изолировав от внешнего мира. Простите, сразу вопрос. Как она выглядит внешне? Я еще там не был. Говорят, она похожа на грозовую тучу, озаренную спичкой молнии. Простите, я вас прервала. Продолжайте, пожалуйста. Геологи не могли выбраться из этого кольца. Стена несет огромный электростатический заряд. Смертельно опасный для человека. Да. Сквозь стену нельзя пройти. Кроме того, геологи не могли дать знать о себе по радио. Она непроницаема для радиоволн. Через двое суток она исчезла. Геологи сообщили в Москву о том, что с ними случилось. А через несколько часов она появилась вновь. И с тех пор регулярно появляется и исчезает. Всегда в одном и том же месте, в одно и то же время. Наши гости привезли нам магнитофонные записи, сделанные группой Ломова. Давайте послушаем их. Пожалуйста. Это общий фон стены. Этим звуком сопровождается ее появление. Этот шум появляется в самое неожиданное время. Происхождение его неизвестно. Очень интересно. Что сделал Ломов за это время? Работникам экспедиции удалось измерить температуру на поверхности стены. Точно зафиксировать время, когда она появляется, когда исчезает. Внутри кольца организованы научные станции. Рядом строится поселок, заводится оборудование. Каковы же выводы Ломова? Что представляет собой стена? Выводов пока нет. Сами понимаете, срок очень небольшой. Правда ли, что профессор Ломов считает, будто стена прислана на Землю жителями какой-то другой планеты? Действительно. Ломов считает, что стена – продукт деятельности внеземной цивилизации. Ну, нечто вроде наших автоматических станций, которые мы посылаем на Луну, Марс, Венеру. Однако эта точка зрения пока ничем не подтверждена. Наука оперирует только в... Предположение Ломова, мне, например... Кажутся просто фантастическими. Андрей Ираклевич, а ваша точка зрения? Мне кажется, стена представляет собой область концентрации электромагнитных полей. Что-то вроде огромной шаровой молнии. Вполне земное явление. Есть и другие точки зрения. Энергия стены необычно высока для земного явления. Может быть, это и посланец космоса. Но не обязательно созданные разумными существами. Конечно, не обязательно. Стена слишком не похожа ни на один способ межпланетной связи, о которых мы так много думаем в последнее время. Гораздо проще было бы общаться с другими планетами по радио или при помощи лучшего лазера. Чтобы создать такую стену, нужно потратить много энергии. Но я вижу, вы еще не пришли к общему мнению. Для этого требуется время. Еще вопрос.
Правда ли, что стена каким-то образом действует на психику и вызывает галлюцинации? Я еще там не был и не испытал на себе таинственных свойств стены. Дорогие товарищи телезрители, давайте поблагодарим наших ученых, которые стоят на пороге новых замечательных открытий. Следующую страничку нашего журнала мы посвящаем спорту. Включаем Ленинград. Распечатайте камеру. Выключите свет, оставьте дежурный. Сереж, подмотай кабель. Скажите мне теперь, а что, версия Ломова, это полный бред? Ломов серьезный ученый. Извините. Я не хотела никого обидеть, но вы же отзываете его вместе с экспедицией? Просто ему надо отдохнуть. Угу. Ну, не буду вас задерживать. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Эта история со стеной становится анекдотичной. Никогда бы не подумал, что Ломов может оказаться в плену юношеских грез. От него есть какие-нибудь новости? Неделю не присылает вообще никакой информации. А как у него с оборудованием? Он сам сказал, что ему ничего не нужно. Взял военных локатор, что-то в нем накрутил, переделал. Будут еще неприятные разговоры. Андрей Ираклиевич, простите. У вас билет на самолет уже есть. Да. Я знаю, Ломов ваш друг. Не принимайте все так близко к сердцу. Постарайтесь помягче объяснить ему ситуацию. Счастливо. Все хорошо. Лена? Здравствуй, Лена. Я не успел тебе позвонить. Знаешь, что произошло? А, смотрела телевизор. Ты поняла, Егору предложили отдохнуть. Я попал в дурацкое положение. Завтра. Завтра улетаю. Пропуск? Тебе? За стену? Да ты его скоро увидишь. Он через пару дней будет в Москве. Да, будет. И тебя интересует стена? А. А наши шоферы говорят, что эту стену марсиане ставят. Марсиане? Марсиане. Андрюш, а вдруг правда? Молчу. А вообще, может, и врут ребята. Нам только марсиан не хватает. Они нам совершенно необходимы. До зарезу. Вот так. Ну зачем вам? Вот зачем вам нужны марсиане? Как зачем? Ну зачем? Ну, все-таки. А в общем, можно и без них, без марсиан. Я так думаю. А Ломов думает иначе. Не так, Леночка? В пятницу мы с Ломовым уедем, потому что на Марсе нет разумной жизни. А вы, девушка, извините, товарищу Ломову кем приходитесь? Невеста. Героический человек. Кто? Товарищ Ломов. Он под куполом 3 месяца выдержал, а там людей каждый день меняют. Многие психуют, на стенку лезут. Притягивает она. Машина идет к поселку. Поселок, точь моя. Подкинешь старшего сержанта. Есть. Ему надо за стену к Ломову. Авария там на локаторе. Что с Ломовым? Спокойно, девушка, жертв нет. Ученый? Ученый. Закроют Ломова? Не знаю. Закроют, хватит, побаловался. Генерал Ломову доверил технику, разрешил ему работать на ней самому, и вдруг авария. Какая же наука может быть без военных? Карпухин! Я! Наш оператор с локатора. Повторите приказание.
Проверить локатор, подготовить к транспортировке. Правильно. В пятницу утром приедем лично с товарищем генералом. Ответственность, понимаешь? Так точно понял. Разрешите идти? Поехали. 53 минуты до появления стены. А вы, товарищ сержант, тоже первый раз едете за стену? Так точно, первый. Я тоже еду в эту тьму таракань, мог бы поехать в Джакарту на конференцию. Потрясающий маршрут. Дели, Калькутта, Бангкок, Гонконг. Гонконг, ерунда. Что? Ерунда, говорю, Гонконг. А ты что, там был? Был. Почему, собственно говоря, ерунда? Бананов нету. Мы когда на танкере к Гонконгу шли, я до службы в торговом флоте работал. Штормер, впрочем, был. Романтика. Мы там одного иностранного писателя спасали. Но я не об этом. Сингапур — другое дело. Там у бананов специальные обезьяны дежурят. Доставать. Я одну такую обезьяну мамаша привез. Ну а где обезьяна сейчас-то? Сдала мамаша обезьянку. Нервы не выдержали. Приехали. Поселок. Здравствуйте, товарищи. Андрей Иракович Эрдели, новый руководитель экспедиции. Здравствуйте. Ваши документы. Два дня под куполом стены вы пробудете вчетвером, с Ломовым. Ваши сотрудники и оборудование уже в пути. И что же Ломов? Его группа уехала. Он сдаст вам дела и тоже уедет. Здравствуйте, я Фокин. Проводите, товарищи. До появления стены 37 минут. 37 минут до появления стены. Ни пуха, ни пера. К черту. Добрый вечер. У вас спички есть? У нас все есть. Говорят, плотнику Петрова за стеной видение было. Шел он по лесу, и вдруг пропал лес. Да ну. И сидит он на свадьбе у дочери, а свадьба была 2 года назад. Дочка его в белом платье. А сам он, как был в тулупе и в валенках с калошами, налил он стакан перцовки, и тут пропало все. Позор. Вам позор. Вместе с вашим Ломовым. Чертовщину хотите в науке развести? Не позволим. Вот такие разговоры о всяких видениях — результат вашего идеалистического отношения к явлениям природы. Черти, домовые, ведьмы, марсиане. 33 минуты до появления стены. Андрей Ираклич, 33 минуты. Ага. Это вы, Эрдели? Ну вот, теперь все в сборе. Пошли. Товарищ начальника, отпусти мальчика. Зачем учитель вызвал? Мальчика хороший, пионера. Вы нам спасибо должны сказать. Мы ваших детей, может, от гибели спасли. Все время детей ловим. Хотят попасть под купол стены. Сержант! Здравствуйте. Здравствуйте. Все собрались? Все. Мы находимся здесь. Дальше, в зону появления стены, вам придется пройти пешком. Вдоль дороги, ведущей к научной станции, установлены специальные сопроводительные автоматы. Идти придется быстро. Стена появится через 31 минуту. Форму 17 заполняли? Заполняли. Все помните? Все. Хорошо помните? Хорошо. Повторите. Ну зачем, дорогой товарищ? Ребята, идите домой. Повторите форму 17. Внутри купола по всей окружности стены установлена автоматическая система предупреждения. Продолжайте теперь вы, девушка. Ну, знаете. Продолжайте. В тот момент, когда человек пересекает автоматическую систему предупреждения, раздается сигнал тревоги. Хватит. А теперь вы, молодой человек. Система предупреждения служит для охраны работников экспедиции, когда они находятся в опасной близости к стене. Без особого разрешения пересекать линию фотоэлементов запрещается. Достаточно. Получите индикаторы и распишитесь. Вы, дорогой бюрократ? Да.
За это и держат. Так. Леночка, стой на месте. Сержант, где вы? Сержант, куда он полез, а? Кто здесь? Это мы, марсиане. И ты приехал? Я за тобой. Здравствуй, Лома. Здравствуй, Андрей. Ты понимаешь, зачем я здесь? Понимаю. А это что за деятель? Оператор локатора, военные прислали. Старший сержант Карпухин прибыл. Не надо так официально, не надо. Как вас зовут? Валентин. Валя. Локатор забираете, Валя? Так точно. Плохо. Что у тебя здесь случилось? А вот, смотрите. Что это? Картинки. Кружочек, квадратик, человечек. Человечек? Приделали к локатору одну штуку и передали в стену картинки. Про нас и так ходит слух, что мы этим занимаемся, так решили попробовать. Ну и что? Локатор сломался, моему помощнику руки обожгло. Это все? Все. Молодцы. А это Иртыш, он не кусается. 25 минут. В пятницу, когда исчезнет стена, сюда приедут мои ребята с оборудованием. А я за эти дни немного осмотрюсь. Егор, должен тебе сказать, что идет подготовка к серьезным исследованиям. Ну, откуда же берется стена? А я не знаю. Работать с ней очень трудно. Подойти к стене нельзя. Взять пробы тоже нельзя. Все инструменты в стене сгорают. Так, плохо, плохо. Валя, вы можете располагаться наверху. Леночка, ты здесь. Андрей. Да? А у тебя будет прекрасная комната, когда я уеду. Правда? Слушай, ну и помойка у тебя здесь. Сержант, раздевайтесь. Спасибо. Дай-ка я на тебя при свете посмотрю. Почему так плохо выглядишь, а? Вы что-нибудь вкусненькое привезли? Свежие помидоры. Ну, откуда? Доктор, ты забыл, что во всем мире весна. Мы привезли письма. Научная общественность ждет вас. Где чемодан? Ты что, за два дня собираешься складывать вещи? Женщина приехала. Давай стаканы. Ну? Работаешь много. А вы на земле думаете, что мы здесь за стеной ни черта не делали? На земле? Странно ты это называешь. Я уже 3 месяца здесь. Я же ненормальный. Я ненормальный, Леночка. Конечно. У тебя полотенце лежит под кроватью. Ну? Стена. Скоро будет? Через 4,5 минуты. Пойти посмотреть. Стоп! До утра прошу не выходить из дома. С непривычки можете пойти не в ту сторону. Есть. Где свитер? Какой? Ну, тот, который я тебе подарила. Там. Где-то там. Московское время 7:40. Тише. Здравствуйте, ребята. Слушайте пионерскую... Когда исчезает стена, работает радио. Я общаюсь с земной цивилизацией. В это время из Москвы всегда передают пионерскую зорьку. Вот если бы я не имел никакой предварительной информации, только что появился на Земле, я бы решил, что это планета детей и музыкантов. Интересно, да? Очень. Каждый отряд задумал интересные дела. Одна минута осталась.
Стены из окна не видно. Стена. Еще нет, будет звонок. Система предупреждения включена. Сейчас. Тогда лучше выпей. Ну, до свидания. Что же, все время будет так светло? Пока стена, да. А как же спать? Вода на кухне, снотворная в аптечке. Почему не спишь? Не хочется. Да, в первую ночь тут никто не спит. Леночка, скажи мне. Что? Как ты ко всему этому относишься? Это к разговору о марсианах? Ну, не обязательно марсиане. А кто? Ну, разумные существа из других звездных систем. Пришельцы? Ты знаешь, в последнее время на них все сваливают. Что ни случится, все пришельцы. Нашли странные рисунки в пустыне. Кто их сделал? Пришельцы. Появились пятнышки на небе. Пришельцы на летающих тарелочках. А ты что, к этому серьезно относишься? Я уже третий месяц здесь. Но здесь ничего не случилось за три месяца. Сегодня я решился на то, что должен был сделать с самого начала. Я передал в стену разумную информацию. Человечки и квадратики? Да, рисунки. Васенька вел передачу, а я стоял рядом с ним. Во время передачи на поверхности стены вспыхнул огонь. Это видели те, что стояли рядом с локатором. Я только почувствовал, что локатор качнуло. А потом на пульте появились искры, и Васеньке руки обожгло. Но все произошло так неожиданно, мы не успели ничего сфотографировать. Поэтому только тебе я могу рассказать об этом. Ты что, считаешь, что стена ответила вам? Не знаю. А если локатор просто испортился? А если вы устали за три месяца? Это все померещилось вам? Так может быть? Да. Но я не хочу уезжать отсюда. Андрей Ракович, может, поближе подойдем? Куда, к стене? Мы не поодиночке пойдем, а вместе. Интересно посмотреть, какая она вблизи.
Что за шум? Ничего. Мы тут походили, покурили. Сержант меня охранял. Я же просил вас сегодня из дому не выходить. А что, действительно были случаи, да? Нет. Зря ты Лену сюда притащил. Она устала, у нее отпуск. Я пойду. Что ей тут делать? Слушай, я тебе друг. Друг. Несмотря ни на что. Да, да. Ты понимаешь, я сюда ехать не хотел. Понимаю. Послушай меня. Эй, философия. Ты на свете живешь? Живу. Ты на свете живешь, тебе 35 лет. 37. Ну, тебе 37 лет. У тебя есть ноги. У тебя есть руки. И, надеюсь, голова тоже есть. Ну. И она тебя любит. Что еще надо? Женись на ней. Поезжайте к морю в Сухуми. В Сухуми сейчас весна, розы цветут. Ну, хватит, пора спать. Хорошо. Пойдем в дом. А ты? Я еще погуляю. Андрей Ираклевич, когда я до службы в торговом флоте работал, у нас один моторист про летающие тарелки рассказывал. Его Шурин сам видел. Ехал в Сочи отдыхать. Поезд специально остановился. От них 3,5 километра на поле тарелки сели. К чему это вы? К слову, пришлось. Говорят, одного польского товарища еще до войны они к себе забирали. Потом обратно доставили в Польшу. Ерунда. Многие не верят. Ему бы что-нибудь из вещей захватить для доказательства. Хотите гостей из космоса? Кто не хочет? Вероятно, страшно мала. В Солнечной системе разумная жизнь существует только на Земле, а до ближайшей звезды расстояние несколько световых лет. И вообще, Валя, легче встретиться двум пылинкам в зале Большого театра. Пылинкам встречаться ни к чему. Нафиг им сдалось встречаться. Счастливые вы, черти. В Сухуми поедете, в море будете купаться. Что это? Это мыло, дорогой. Мыло. На горе в ресторане хачапури будете есть. А я вам записку напишу. А что это ты взял, что мы едем в Сухуми? Все в порядке, Леночка, поедете. Я тебе говорю. Большой. На моей свадьбе записано. Было очень много гостей. Ты жены твоей никогда не видела. Можно видеть? Она красавица. В деревне живет. Сына мне воспитывает на свежем воздухе. Егор! Валя, куда ушел Егор? Не знаю. Интересно. Егор, можно к тебе? А, уже встали? Что ты здесь делаешь? Я? Да вот, паяю. Сломали? Да, я как материально ответственное лицо хочу все привести в порядок. Ничего, сержант все сделает. Андрей, у меня к тебе просьба. Разреши мне остаться на несколько дней. Хватит, хватит тебе сидеть в локаторе. Ты мне это как новый начальник запрещаешь? Начальник, не начальник. Ты что-нибудь такое знаешь, чего другие не знают? Нет. Егор, ты только подумай. Если это действительно пришельцы, они все равно не поймут твои картинки. Нет. Почему? Потому что они могут быть совсем не похожи на нас. Маленькие, как муравьи, или огромные, как облака. А вдруг стена – это и есть пришелец? А? Ты будешь завтракать? Потом. Товарищ Ломов, я пойду работать в локатор. Вот Андрей тут говорил, что мы с тобой в Сухуми поедем, правда?
Поедем, Леночка. Что? Валя, ну-ка. Проверяю. Не пойму, какие вы ведли иски, вроде все в порядке. Все в порядке? Егор Петрович, лучше не надо. Вдруг опять. Что опять? Вы-то в пятницу в Москву улетите, а ко мне сюда товарищ генерал прибудет. Лично технику проверять. Ну, на нет суда нет. Я понимаю вас, сержант. Товарищ Ломов, я ваши убеждения разделяю. Мне еще проверку надо закончить. Останется время, я тогда с удовольствием. Я вам скажу. Привет. Дай лапу. Ты кита видал? У него морда во. Лапу дай. Эх ты. На золотом крыльце сидели царь царевич, король королевич, сапожник портной. Как я сюда попал? Товарищ боцман, а вы мне снитесь? Мы идем из Мельбурна в Владивосток. Это Желтое море. Да-да, это Желтое море. Почему я сухой? А он мокрый. Что со мной происходит? Это сон. Кот. Он остался там. Мой кот. Вера, Вера. Кот. Кот остался там. Он же погибнет. Не погибнет. Мы спасли вас 2 года назад, я помню. Должен переплыть океан. Брехен, зидой. Осталось 500 миль. Парле ву франце? Я канадец. Я пишу книгу об одиночестве человека. А, do you speak English? Да. Я из Канады. Да. You won't enter, sir, aren't you? О, благодарю вас, вы очень любезный джентльмен. Но я должен быть рядом с моей ванной. As you like. А кто он такой? По-английски говорит. Непонятно. Я и так все понимаю. Ты мне снишься? А? Вы все мне снитесь. Может быть. Очень может быть. Но зачем же вы меня спасли? Но ты давал сос. Ну, я думал, что меня не услышат. Я же был один, один в океане. Слушай, а ты не марсианин? Да нет. Я никто. Я один в океане. А впрочем, это очень красиво. Марсианин?
Да, я марсианин. Для тебя я марсианин. Ты не понимаешь меня, а я не понимаю тебя. Для тебя я марсианин. Мы все марсиане. Мы все голые в океане. Сейчас капитан придет, разберется. Да чего разбираться, он марсианин. Весь мир пропитан стронцием. Воздух, материки и раковины на дне моря. Везде стронции. И никто не может понять, какая стена разделяет людей. Кто ты? Я писатель, я пишу книгу о том, как одинок человек. Понятно. А ну расходитесь! Живо! А куда вы направитесь? Я уже переплывал Ла-Манш на гладильной доске. Не трогай! Я люблю его, потому что он ненавидит океан. Ванна. Ванна. Кошка. Кот. Танкер. Да. Слушай, будь человеком, объясни, что происходит. Позвольте. Позвольте. Так. Но ты все равно меня не поймешь. Ест. Все вокруг нас сон. Мы никогда не поймем друг друга. Нам нужно просто встретиться и поговорить. Зачем? Кошку замучил. Изверг. Люди далеки друг от друга, как звезды во Вселенной. Ерунда. Ничего подобного. Ты же тонул, а мы рядом оказались. Ты звал нас на помощь. И мы спасли. Мы спасли тебя. Значит, ты не прав. Пропаганда. Эй, сейчас это модно, возьмите. Да-да, вам. Ну, ладно. Пропаганда. Мне пора. Майна! Майна! Стоп! Чао! Чао! Марсиане. Егор Петрович, вы оказались правы. Что вы мелите, марсиане? Пришельцы из космоса. Нужно немедленно готовиться к встрече. В любой момент они могут оказаться здесь. Кто они, Карпухин? Я понимаю. Егор Петрович, вы сдерживаете свою радость. Я все понимаю. Я уверен, с ними можно договориться. Они говорят, в стену войти нельзя, сами все время притягивают. Успокойтесь, Карпухин. Они мне подействовали на психику, я вошел в контакт. Вы проверку локатора закончили? Вы делаете вид, что вы мне не верите. Да, я не верю. Я дурак. Надо было захватить что-нибудь из вещей для доказательств. Что ж получается, как с тем поляком? А почему из локатора дым идет? Наверное, горит мой полушубок. Сейчас это не имеет никакого значения. Егор Петрович, нужно готовиться к встрече. Вы мне действительно не верите. А это было. Было. Идем.
А вы не верите! Слышите? Работает. Сейчас я попробую повторить, как тогда. С чего все началось? Я нарисовал корабль и хотел передать картинки в стену, и вдруг очутился в море. Думаешь, это связано с передачей? Ну, конечно. Дай попробую. Да подожди, ну что попробуй? Подожди. Нет, лучше я знаю, сейчас, вот сейчас. Ну подожди, я попробую. Ну что сейчас? Да я попробую. Почему попробую? Убери руки. Да я же в море-то уже был. Ну подожди. Егор, стой, стой. Когда я читала последнюю лекцию в планетарии, один мальчик спросил меня о стене. И что же ты ему ответила? Ничего не могла ответить. Сказала, что это вы будете проходить в старших классах. Разговоры о марсианах, каких-то галлюцинациях, форма 17, система предупреждения. Ничего не могу понять. Леночка, подержи отвертку. Андрей, а может быть, стена действительно притягивает? Давай подойдем. Нет, я не пойду. Ну почему? А так. Вчера я вышел на улицу, и сержант вслед за мной. Мы смотрели на стену, и она не очень-то похожа на грозовую тучу. Андрюша, ты же не веришь в марсиан. Давай подойдем. Посмотрим, во всяком случае, будет какая-то ясность. Тебе кажется, что ты сама подойдешь к ней. А может быть, это она заставляет тебя приблизиться? Ерунда. Движок сгорел. Локатор не работает. Мы что-то делаем не так. Егор Петрович, а что у вас уже? Были такие видения? Были. Вот ты говоришь, ерунда. А Ломов все время чего-то ждет. Вот видишь, телефон. Ты не ответил на мой вопрос. Он там еще. Здесь на каждом шагу телефоны. Он их развесил. На всякий случай, вдруг что-нибудь произойдет, случится. Но за 3 месяца так никто и не позвонил. Андрюша, скажи, пожалуйста, мы пойдем к стене. Не шути. Надо найти места, куда приборы ставить. У меня еще вот столько дел. Ты, наверное, просто боишься? Да, боюсь. Затянет. Я хочу тебе сказать одну вещь. Решайся, или я пойду сама. Послушай, Лен, вот я приехал сюда, и здесь мне иногда кажется, что Ломов прав. Что? Я серьезно. У тебя такой юмор. Ну, поздравляю. Вот видишь, стена. Угу. Я сейчас подойду к ней. Леночка. Я иду, она меня тянет. Лена! 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 Перестань меня внимать. Станции, вон дорога. Я вернусь за санями и догоню тебя. Лена, иди к дому. Андрей, ты слышишь меня? Андрей!
Я Георгий Станмокер. О, Садарис. Робер, Арици. Тавис Караши звезда, Робер Сховал Твиз, Гуинов Смит. Тот Воргес не смит, Яргес Мит. И ты не сам он. Нагида, Кала. Я да, Ачки, да, Сакна, Хохеда, Капсвела Барагеби. Я да, Кала, Пехла, Шоу, Пехла, 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 Камарджоба. Дядя Георгий. Здравствуйте, дядя Георгий. О, как и Марджос. Рукур да ваш кадзе бухар видео. Здравствуй, ты стал совсем большой. Давай выпьем. Да влиет. Выпьем. Акрагин, дядя Георгий. Зачем ты здесь, дядя Георгий? Мужао. Работаю. Надо же кому-нибудь работать. Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? О чем мне тебя спрашивать? Ты еще молод, чтобы я тебя спрашивал. Ты меня должен спрашивать, но, дядя Георгий, с тобой говорить, что об стену горох. Что ты знаешь о стене? Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Столько вопросов. Вот растет виноград, да? Солнце светит. Мы с тобой вино пьем. А зачем виноград? Зачем солнце? Зачем вино? Зачем учетчик обманывает женщин? Зачем меня хотят перевести на пенсию? Зачем ты уехал в Москву и приезжаешь к своей жене как гость? Ты ученый, да? Почему не работаешь учетчиком? Ты мне снишься, дядь Георгий. Ты галлюцинация. Ты то, что я о тебе помню. Ты никогда не говорил так, как сейчас. Я всегда так говорил, только ты меня не слушал. Вы вообще меня никогда не слушаете. Кто ты, старик? Дядь Георгий. Дядь Георгий. Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Если хочешь, зови меня марсианином. Что вы привязались к этой старой планете? Не понимаю. Там живут только эти. Как я? Давай выпьем. Как вы это делаете? Ты все равно не поймешь. Потому что боишься. Ты трус. Человек идет к стене. Стойте! Сержант! Почему вы здесь? Андрей Ираклич, вы что, не понимаете, вы ведь к стене шли. Меня за вами Ломов послал. Вы к телефону не подходили. Да. Все в порядке. Задержал. Есть. Сейчас будем. Странный ты человек. Сначала ни во что не верила, теперь вдруг поверила и сразу испугалась. Пошла случайно не в ту сторону. Подумай. Товарищ Ломов, все в порядке, прибыли. Ну вот прекрасно. Андрей, сейчас будешь принимать у меня дела как новый начальник. Сейчас не время шутить. А я не шучу, и потом у меня прекрасное настроение. Ты где был? Пришел. А почему ты не подходил к телефону? Не слышал. У тебя тоже были галлюцинации? Нет, это не галлюцинации. Прекрасно, так запишем. Андрей Ракович, вы какую-нибудь вещь взяли для доказательства? Садись, принимай дела. Какие дела? Я уже все документы подготовил, тебе осталось только подписать. Во-первых, локатор.
Каждый раз, когда мы передаем информацию в стену, происходит какая-то авария. Во-вторых, электростанция. Что с ней? Сгорела. В-третьих, когда у тебя это началось? Что? То, что не галлюцинация. Не помню. Андрей, ты не посмотрел на часы? Нет. Очень жаль. Валя, где вы нашли товарища Эрдель? У приборов системы предупреждения. Ой-ой-ой, Андрюша, ты собирался идти в стену? Тогда тебе подписать придется вот эту бумагу, это очень важно. Зачем это бухгалтерия? А я собираю факты, иначе мне никто не поверит. Валя, распишитесь, пожалуйста. С удовольствием. Нам необходимо выбраться отсюда как можно скорее. Я убежден, что это будет не сегодня и не со мной, а с моими далекими прапраправнуками. Мы не готовы к таким встречам. Товарищ Эрдель, я с вами не согласен. Это кончится катастрофой. Сейчас рядом с нами находятся пришельцы. Может быть, все-таки марсиане. Каналов на Марсе не обнаружено. Ну и что такого? У меня такое впечатление, они пересохли в самое последнее время. Следовательно, народы Марса страдают от жажды. Вот они и прислали к нам своих представителей, чтобы мы им протянули руку помощи. Что ж, мы им не протянем руку? Не протянем. Какие марсиане? Неужели никто из вас не понимает, что здесь происходит? Стена замкнута вокруг нас. В ней высокое напряжение. Она сжигает деревья. Она притягивает. Она действует на психику. И еще до пятницы мы один за другим полезем в нее. Вопрос только, кто первый? Пойду собаку покормлю. Товарищи, у меня есть конкретное предложение. Будем чинить электростанцию. Зачем? Я хочу, чтобы работал локатор. Не надо этого делать. Сначала обожгу руки твоему помощнику, потом история с Валей, опять авария. Надо дождаться пятницы, нужно посоветоваться. Ты ничего не понимаешь. Я тоже ничего не понимаю. Зачем ты с ней так разговариваешь? Зачем тебе локатор? Я не могу, сложа руки, дождаться пятницы. Вдруг в пятницу стена исчезнет и больше не появится. Может, в следующий раз они попытаются связаться с нами через тысячу или миллион лет. Если бы так. Ты ничего не ждешь от этой встречи, кроме новых бед для человечества. Поэтому ты боишься поверить в их существование. Через тысячу лет меня не будет. Я хочу попробовать с ними сейчас договориться. Каким образом? Все дело в этих видениях. Вероятно, для них это единственный способ общения с нами. Ты пойми, стена заставляет вспомнить нас пережитое. Она как бы переносит нас в прошлое. Зачем? Изучая наши воспоминания, те, кто управляет стеной, видят землю нашими глазами. Они узнают о жизни на Земле гораздо больше, чем... А тебе не кажется, что видения могут быть всего лишь результатом действия на психику мощного электромагнитного поля? А? Просто неизученное явление. Может быть. Может быть, влияние электромагнитного поля, может, гигантская шаровая молния, может, то, сё, пятое, десятое, все может быть. Но вдруг все-таки прав я, не ты. Что ты собираешься делать дальше? А я хочу порыться в их собственной памяти. В чьей памяти? В памяти тех, кто создал стену. Я хочу увидеть их мир так же, как они видят наш. Я хочу, чтобы они вспоминали, а я изучал их воспоминания. Ничего себе. А как ты этого добьешься? С помощью локатора, да? Как ни странно, да. Дело в том, что каждый раз... Во время моих передач они что-нибудь поджигают.
Наверное, не верю в то, что можно понять друг друга. Нечего пытаться. Так вот, я буду снова посылать импульсы в стену, до тех пор, пока они не укажут мне верный путь. Или ты пока не сгоришь в локаторе? Я не сгорю. Ты уверен? Абсолютно. Ведь у них же была возможность сжечь меня. Да я вижу, все обдумал. Сегодня пятница. Даже не верится, что 2 дня прошло. Кажется, 100 лет мы просидели в этом доме. Ломов будет есть? Да, он сейчас придет. Ремонт почти закончен. Работы на полчаса. Елена Юрьевна, вы, наверное, знаете, что такое лингва-шлем? Лингва... Что? Нам это может пригодиться. Вот здесь. Его огромный лоб и глубоко посаженные глаза, несомненно, доказывали его высокий интеллект. Что-что? Вот. Несомненно, доказывали его высокий интеллект. Существо передвигалось с помощью аппарата, напоминающего обычный велосипед. Колес, однако, не было. Нет, послушайте, это же очень интересно. Егор, тебе это очень интересно послушать. Книжечка в твоем вкусе. И вот он, перед космонавтами, таинственный житель планеты. Хыр-тыр-пыр, приветливо произнесло существо. Как же мы поймем друг друга? Встревоженно спросил Сидоров. Он всегда сомневался, этот Сидоров. Вы забыли о лингвошлеме, хладнокровно сказал капитан. Вот это самое слово. Капитан надел на голову лингвошлем, повернул на нем бета-рычаг программного управления, и голос фиолетового существа зазвучал в мозгу капитана на чистом русском языке. Лена, не надо. Как называется ваша планета, понял капитан. Капитан, это ты, Егор, да? Земля, гордо ответил капитан. Земля, задумчиво повторило фиолетовое существо. Ура! Воскликнул Джонсон. А как звучит название Земли на вашем языке? Спросил капитан, предварительно надев на голову фиолетового существа запасной лингвошлем. Хыр-тыр-пыр, сказало существо и показало щупальцами вверх в безоблачное небо. Как красиво, хыр-тыр-пыр, обрадовался Джонсон. Егор, где твои дельта-рычаги? Где твой лингвошлем? Я хочу тоже поговорить с фиолетовыми существами. Андрей, посмотри, какие у него глаза. Успокойся, Леночка. Валя, пойдем работать. Вы меня ждете. Это ты меня ждешь? Я. Я задам тебе несколько вопросов. Спрашивай.
отвечаем. Температура на борту нормальная, давление нормальное, влажность нормальная. Что такое стена? Стена? Стену. Какая стена? Ты что, с ума сошел? Часть здания, помещение, переносно, препятствие к общению, между ними выросла стена. Переносно, сплошная масса, образующая преграду. Что? Стена деревьев, стена дождя, стена тумана. В четырех стенах сидеть, жить, не общаясь ни с кем, как об стену горох. Разговорный без всякого результата. На стену лезть, стенные часы, стенная живопись, кирпич, стеновой материал. Понесло. Она слишком много знает. Теперь ее не остановишь. С бою по чаю, это вам точно говорю. Ну? Боря, задай машине вопрос. Как понять друг друга? Мальчики, шеф интересуется, как понять друг друга. Какой вопрос? Как понять друг друга? Как понять друг друга? Как понять друг друга? Как понять друг друга? Вы живете на Земле. Вокруг Земли три пояса радиации. Притяжение Земли, притяжение Солнца, притяжение Луны. Недавно изобрели каменный топор. Недавно изобрели водородную бомбу. У стены туман. Нельзя войти в стену. А если все-таки войти? Жители Земли говорят на 2500 языках. Капитализм, колониализм, материализм, христианство, ислам, Организация Объединенных Наций. В Бомбее на башнях молчания людей хоронят священные грифы. Прилетают и поедают умерших. Муж не понимает жену. Женщина закрепощена кухней. Простая логика. Понять друг друга невозможно. Хватит молоть ерунду. Мальчики, занесите в машину, хватит молоть ерунду. Слушай меня внимательно. Двое сидят в окопе с одним противотанковым ружьем. На них идут три танка. Танки необходимо задержать на 10 минут. Танки показались неожиданно, их было плохо видно, солнце слепило глаза. Два человека, война, три танка, одно ружье, солнце слепит глаза. Простая логика. Двое в окопе погибли. Врешь. Я остался жив, это было со мной. Не может быть. Машина хоронит шефа. Надо менять триоды. Не нужно менять триоды, нужно мыслить логически. Как об стену горох, ничего не понимаю. Плохая видимость, недостаточная скорость перезарядки противотанкового ружья, двое в окопе погибли, все правильно. Он остался жив. Ничего не понимаю. А мы все-таки попробуем. Починили? Нет еще. Мне, наверное, надо уехать. Я тебе мало внимания уделял, но так получалось. Я сама во всем виновата. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет. Ну, хочешь, останусь. Все будет хорошо. Теперь ничего не будет хорошо. Ну, почему? В пятницу ты меня встретишь в Москве. Там сейчас весна, тепло. Мы возьмем такси от аэродрома, ты повезешь меня к своей маме на Гоголевский бульвар. Потом мы поедем в Сухуми, вернемся, устроим шикарную свадьбу. Займем денег, купим квартиру в кооперативном доме. У нас будут дети, мальчик. Нет, лучше девочка. И мы будем учить ее музыке, английскому языку. Все в порядке, мы учтем локатор. Ура! Воскликнул Джонс. Щиток сгорел! Егор Петрович! Щиток сгорел! Может быть, все-таки хватит? Огнетушитель висит под лестницей.
Знакомые. Знакомые. Звезды. Звезды. Каждую ночь зажигаются в нашем родном небе. А вот большая медведица. Она похожа на ковш. Видите? Если кто-нибудь из вас будет космонавтом и полетит к далеким звездам, то там он увидит совсем другое небо с другими созвездиями. А сейчас я научу вас находить полярную звезду. Вот она! Ой, боюсь. Переходите к Джордано Бруно. Вы знаете, дети, что Земля вращается вокруг Солнца. Но раньше люди думали иначе. Церковь учила, что Земля находится в центре Вселенной, а звезды и Солнце вращаются вокруг нее. Джордано Бруно выступил против церкви, и за это его сожгли на костре. Вот как трудно было, дети, доказать очевидные истины, теперь записанные в каждом учебнике. Кукушкин, выведи вон своего маленького брата. Безобразие. Он не маленький, он все понимает. Под угрозой смерти церковь заставила отречься от своих взглядов великого Галилея. А он понарошке отрекся. Молчать. А все-таки она вертится. Ты больше не пойдешь в планетарий. Сказать нельзя. Больше не буду. Пусть говорит. Мне все равно. А что вы думаете о стене? Это вы будете проходить в старших классах. Лекция окончена. Вы понимаете, что такое стена? Нет. Подождите! А почему стена притягивает? Отстань от меня, мальчик. А если к ней подойти? Ведь она притягивает. Мне надоел этот сон. Слушай-ка, тебя не существует. Сгинь, рассыпься. Тетя, может быть, надо подойти к стене? Что ты от меня хочешь, мальчик? Человек идет к стене. Егор! Егор, она пошла к стене! Заводите гач! Она войдет в стену и погибнет. Зачем им ее убивать? Высокая цивилизация должна быть гуманной. Тревога в шестом секторе. Тревога в шестом секторе. Человек идет к стене. Она не успеет войти в стену, сейчас все кончится. Не понимаю. Через 2 минуты стена исчезнет. Жалко. Что же будет дальше? Стена снова появится. И что тогда? Начнутся контакты. Обмен спортивными делегациями. Их красавицы приезжают к нам в гости на кинофестиваль. Марсиане на экскурсии в московском метро. Фантастика. Да, маловероятно. Но кто знает... Thank you.
Машину за Ломовым послали? Будет машина. Кто здесь? Это мы, марсиане. What's the meaning of Estina? Стена. Туа, нандаро. Хотелось бы все-таки знать, что представляет собой стена. А не происходило ли под куполом стены чего-нибудь такого, что не может быть объяснено при современном уровне развития науки? Что вы сами думаете о стене? А правда ли, что стена обладает загадочными свойствами притягивать к себе живые существа? Не считают ли ученые, что стена имеет какое-нибудь отношение к разумным существам других планет? Как нам все же объяснить нашим читателям, что такое стена? Прошу вас несколько слов о стене. Представьте себе купол. Диаметр около 2 километра. Каковы перспективы изучения стены? Пока мы проводили первую разведку, в пятницу мы отправляем необходимое оборудование и большую группу специалистов для детального изучения таинственной стены.